Только что проснулись, вместе поспали. Хорошо. Вов, выспался ты? Вечно не хочет спать, а потом засыпает с удовольствием. И такой бодренький просыпается. Просто сегодня нам на гимнастику, поэтому я обязательно уложила его. Вот. И вот обязательно подсовывать им надо фрукты. Да. Пойдем. С котятами идем в садик. Да? Доброе утро, у нас уже тепло. Все. Собираемся. На выход. Вов, торопимся, потому что опаздываем сейчас. Что здесь у меня на плите? Тут манты. У меня чуть-чуть были, я вот приготовила на обед мужу. Макароны. Это от меня. И вот овощанка. Будет типа лагман сегодня. А что это? Вот что у нас получилось. Такой а-ля лагманчик. Представляете, я тут голышом в снегу. И вообще не холодно, сама себе не верю. Дети наши отстали. Походу, они там сейчас в телефонах залипнут и будут сидеть. Скажут, нафиг нам надо куда-то там тащиться на какой-то пик Фурманова. Нам и здесь хорошо. Фу. Снимай чуть-чуть. Что ты там приготовил? Это самое вкусное. А я ничего не заказывала. Это за то, что тебя в детдом сдали. Вот это. Тебе подарок. Клим, это... У вас, у тебя высокая кухня, что ли? Да. Я в этом котеньке. Полин, не холодно? Посади, я хочу котяча. Новое блюдо, Вова по-французски. А можно мне кусочек попробовать? А где вы эту картошку взяли? Я ее выкинула туда. Я зеленую там. Это я же ее выкинула. Ну нафига ты его валяешь по земле, Бабука, Клим? Бабука по-французски будет сейчас. Клим, с ножом аккуратно. Это не нож даже. Ну все равно ты можешь что-нибудь все, там. Давай, Фран. О, на картошку зашел. Дай картошку. Нет, надо же, я там около мусорки ее выкинула, он нашел. И притащил ее. Вот Клим. Вот, блин, вот везде ты все найдешь. Что ты за человек? Все, давай, обратно. Вот посидите тут, подождете нас, ладно, девчонки? Это быстро? Ну, минут 10, наверное. Мама, а тебе что будет лечить? Мне снимок просто сделать. Зубки сфотографировать. Угу. Ты на площадку через забор вас закинуть? Ну, там площадка через забор, Катя говорит, закинь их через забор. Подвинься, там места обоим вам хватит. Вы что, это кушеточка отдельно катается. Вы что,
Спать приехали сюда, что ли? Вы в стоматологии, а не на курорте. Ой, удобные диваны, слушай. А, тот, да? Который с подушкой регулируемой, да? Но немножечко там кожа плотнее была, это такой мягкий. Там он пожестче был. Ну да, похож. Хороший диван был, да? Катя пришла к стоматологу. Не, чисто комплект. На стоматолога? Ну, с нами, на снимок. Давай сюда. Золото, бриллианты. Циркония. Медиком-медиум. Ага, да, чесноком прет. Вам делают только нижнюю челюсть. Угу. Вы ставите, да, у вас имплант? Имплант ставим, но циркониевый нет. Только титановый, да? Потому что как бы, это очень сейчас популярная тема. Так, смотрите, руками держимся за поручень. Подбородок кладем сюда. Сейчас поедешь. Спинку ровно держим. Нижнюю челюсть делаем. Открываем рот. Кусайте. Мы, короче, катапультировались, а Катю там выставили, чтобы не получать лишнее излучение. Катя, мы все вышли, а ты тут осталась. Просветили. Тут уже 12 часов, короче, я на ночь задумала хлеб печь, и вот пришлось уже допекать, а что делать? Если тесто поставила, сама не ожидала, что так поздно все выйдет. У нас хлеб кончился. Хоть караул кричи. Ну, смотрите, какой прелестный, красивый. Здесь я добавила еще льняную муку и нутовую муку. Ну, смотрите, дети не замечают, муж тоже. Красота. Все. И такая красотка. Спать. Наконец-то. Дети уже спят давно. Марта, наверное, часа три уже как спит. Все. Мне завтра с ними рано просыпаться. Всем пока-пока.